то время как новую школу в Замелекете оценили депутаты горсовета. Здесь состоялось выездное заседание комиссии по образованию, делам молодежи и спорту. Народные избранники прошлись по коридорам новой школы аэропорта, оценили ее подготовку и обсудили досуг школьников города. Но обо всем по порядку. Учреждением образования Набережных Челнов на подготовку к учебному году было выделено порядка 140 миллионов рублей. Из них большая часть направлена на ремонт детских садов, а на долю школ пришлись 30 миллионов. Также за счет средств бюджета в этом году впервые, нужно сказать, начат ремонт заборов в учреждениях образования. В 16 образовательных учреждениях мы в этом году устанавливаем новые заборы. На эти цели выделено более 13 миллионов рублей из городского бюджета. На заседании отметили готовность всех школ и садов к отопительному сезону. Помимо занятости школьников, народных избранников волновало и времяпровождение детей вне уроков. В рамках строительства новых домов разговаривают со строщиками о создании помещений, которые муниципалитет мог бы использовать для подростковых клубов. По итогам обсуждения озвученные вопросы и предложения внесут в повестку дня очередного заседания горсовета. А прошедшее выездное совещание не обошлось без экскурсии по новой школе. Комиссия высоко оценила труд строителей и дизайнеров. Понравилась и наполненность учебными материалами классов. Народные избранники сошлись во мнении каждой школе города брать пример с 39-й школы и обновлять учебные пособия. Гузель Шмелькова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.